Францию вновь захлестнула волна протестов, на этот раз против налоговой реформы. Основное шествие состоялось в Париже. Там тысячи пенсионеров вышли на улицы с требованием отменить решение властей повысить единый социальный налог, за счет которого финансируется система медстрахования страны. Его высчитывают из зарплат, пенсии, доходов от недвижимости и банковских вкладов, а также из пособий по безработице. Ранее стало известно, что французские власти приняли решение с июня следующего года повысить этот налог для людей, чья пенсия более 1200 евро в месяц. Сообщается, что новая мера коснется 60% пенсионеров, это 8 миллионов человек, и будет ежегодно приносить в госбюджет более 20 миллиардов евро. На прошлой неделе сотни тысяч французов протестовали против трудовой реформы. Как заверяют в правительстве, ее цель — создать более гибкий и действенный механизм переговоров между профсоюзами и работодателями. Однако, по словам протестующих, намеченная реформа даст всю власть не трудящимся, а работодателям. Теперь ежемесячно я буду получать на несколько десятков евро меньше. Я работала по 12 часов в день 43 года подряд. Я заслуживаю свою пенсию, поэтому протестую. Власти считают, что пенсия более 1200 евро – это слишком хорошо. Это невероятно. Мы против этой реформы.